Так, да, новости, конечно, не такие хреновые. Нормально, моды только два работают. Это Star Trek и Stargate. Все. Остальные криво работают. Ай, да я проверил ранние версии игры даже. 1.94 версию. Там то же самое. Даже не знаю, что с этим делать, слушай. Можно, конечно, поискать проблемы решения в интернете, но, в принципе, тут и, думаю, двух модов данных хватит. Так, что у нас Тютева? А Тютева у нас идет... А, они тут прыгают? Окей. Пусть прыгают. Четыре, да, говоришь, место? All power to jump drive. Двадцать четыре места, это маловато. Phase jump complete. Возможно, сейчас будут. Insufficient metal. Planet development finished. Тает металлу. Так, ладно, горцуем тогда пока на другую планету. Так, по поводу фрегатов, мы базу построить можем? А то мне покидать как-то пока неохота планету, если будет жопа с ручкой. One of our foes is building something new. Сит Лайф. Не для боя. Да я, блин, вижу, что написано не для боя. Для чего? Какая у него стоимость-то? 500? Нет, это не тот корабль по-любому. Карьер. Это только боевые. Тактик. Стоп. Фрегаты, крейсеры. Больше типа в корабле-то нету, что ли, тут у них? Карьер. Ну только этот корабль может что-то нам показать, так сказать. Вот здесь он-то базой является. Where to, Commander? Our fleet is under attack. Так, стоять. Турун-ту-тун-ту-тун.
он полетел, кстати. Так, ну чё, куда пойдём-то? Какая тут планета у нас поинтересней? Железная планета. Давай горстнем туда. Пока. Суть до дела. Здесь у нас хоть... Так, военная. Эти четыре построены, блин. Research complete. Спасающий отстой. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Make ready for phase jump. All power to jump drive. Так, у этой планеты должно быть до хрена логистики, насколько я помню, да. Our backup is joining the fight. Structure complete. Structure complete. Structure complete. Так, снабжение флота все понятно. Insufficient metal. Structure complete. Мне вряд ли сейчас нужны. Fleet is under attack. Гражданские. Research complete. Ну давай так, улучшенная колонизация. Insufficient metal. Planet development finished. Доход нужен будет. Значит, насчет баз не могу ничего понять, почему я это не вижу. Research complete. The anima are restless. Your thoughts. Research complete. Our vengeance is yours. Is it time? Хороший вопрос. Research complete. Так, мы изучаем все, чтобы нам побольше всего приносило. Insufficient metal. Research complete. Research complete. Боже, все не то. Research complete. Ресенсор, да? We have wiped out an enemy colony. Research complete. Можно изучить, конечно. Research complete.
Our fleet is under attack. Research complete. Оборонительная. Защитный ангар. А, вот, минор-крейсер, его надо изучить. Research complete. Черт. Понятно все. Скоро будем их строить. И отправлять. Research complete. Research complete. Research complete. Research complete. Research complete. Так, а теперь. Research complete. Вот и ты, да? Research complete. Ready for orders. Ну, если так уж повоевать, он летит туда. Transmission received. Попробуй что-нибудь из себя изобразить. Правда, у тебя это нифига не получится, но Research и ладно. Complete. Что, мне нравится сохраняются хотя бы вот эти вот настройки. Research complete. All packed up and ready to go. Да. Where do you need me? Где ты нужен? Так, погодь-ка. Space Gate. Research complete. Да, звездную базу как бы я хотел возвестить. Так, не будет. Research complete. Погоди, мы что, Атлантиду делаем сейчас? Да ладно, вряд ли. Не должны. Но очень похоже. One of our foes is building something new. All packed up and ready to go. Research complete. Our fleet is under attack. Он не сможет продержаться, мне интересно. Нет. Это уж точно. Research complete. All packed up and ready to go. Хоть и первого уровня, но вполне сойдет. We're underway. Так, одного сюда отправляем. Research complete. Reporting in. A sound plan. Research complete.
All packed up and ready to go. База двигаться здесь не умеет, да? Phase jump complete. Какой у нее максимум, вот в чем вопрос. Research complete. 8, да? Пам-пам-пам-парам-пам-пам. Our fleet is under attack. All packed up and ready to go. Гоняются как за тараканами. Надеюсь, что-то хотя бы будет полезное потом. Intel reports an impending pirate raid. Research complete. Pirate raiders are on the loose. Военную. Военную. Our planet is under siege. Research complete. Talk is cheap. Research complete. Yes, Commander. Помощнички летят. Это вот нейтральные корпорации, какое-то дополнение было, и даже есть кому ответка повоевать. Ну, такое себе, если честно. Our fleet is under attack. How can I be of service? Базу начнем строить, и нормально будет. Research complete. We're underway. Там уже вокруг баз будем как раз оставлять турели. Это будет намного эффективнее. Research complete. Да, я так посчитал, если на эту базу вокруг еще турелями обвешать, это будет полный пипец. Research complete. Билось дополнительное вооружение, я смотрю. Мне вот эта вот база интересует. Structure complete. Phase jump complete. Research complete. Эта база атакует, я вообще не увижу, типа. Our fleet is under attack. Прикалываетесь? Ну ладно. Может так оно и надо, но кажется, что-то тут не так. Ahead slow. Так, давай-ка мы сразу вокруг базы разместим здесь научные строения. Ну, немного турели тоже, думаю, сойдет.
Смотрим платформы. Structure complete. Structure complete. Вот насчет завода титанов я как-то забылся все. Another structure is in the way. И завод титанов нам надо строить на домашней планете. Structure complete. Structure complete. Where do you need me? Planet development finished. We're on the way. Пригодишься, по крайней мере. Enable our revenge. Your thoughts. Так, чудненько. Значит, мы эту планету даже не можем пока что зантаразарить. Structure complete. Ну, забываешь, там не все так идеально. Structure complete. Phase jump complete. Research complete. Structure complete. The anima are restless. Planet development finished. A new colony has been founded. Pirates are raiding one of our planets. Сразу, моментом. Our fleet is under attack. Так. Planet development finished. Немножко многовато. Comsat has detected inbound hostiles. Ну ладно. Куда их тут так понесло? Planet development finished. Research complete. Мы посмотрим, как наша крепость будет воевать. А вот стреляет, пошла стрелять, надо же. Она по многим целям хреначит, я тебе скажу. Кто это спецспособность была? Обычные выстрелы. Вот и обычные выстрелы. А чем они отличаются? Можно сказать, у нее нет обычных выстрелов. Да, у нее нет обычных выстрелов. Это номер. Planet development finished. Забавно. Мы броня тоже прокачаю здесь по полной. Planet development finished. А вот теперь уже более интереснее. We've lost contact with one of our planets.
стоп. Какой планеты вы там потеряли, блин, контакт? Our fleet is under attack. Поясните-ка мне, пожалуйста. Where do you need me? A sound plan. Так, а я одну базу могу построить или две? Where do you need me? Ahead slow. Иди строй. Phase jump complete. Так, это любопытнее становится. Мы можем уже, получается, Титан начать строить. Он не будет сильным. Можно начать, короче. Потому что что за Титан у этой расы, это очень интересно. Почему-то мне кажется, что я знаю, что за Титан. Очень сильно знаю. Ладно, мы подождем. Лихо. Research complete. Так, что он тут умеет-то? Фазовая ракета. Ох. Сила бомбардировки. Так, пока делаем так и так. Structure complete. О, мы эту планету потеряли. Ух ты ее. Как это нас угораздило? Какая прелесть. Your thoughts. The unity agrees. Я про это говорил, бывает такое. Надо, потому что у вас здесь делать правительство. В любом случае. Research complete. Analysts have found something interesting. Our backup is joining the fight. Structure complete. Our fleet is under attack. Nothing of value has been found. A new colony has been founded. Опять все по новой, да? Ну, кроме изучения. Это забавно, конечно. Здесь у нас будет центр торговли. Planet development finished. А, здесь же население-то очень мелкое будет. О, блин. Planet development finished. Our vengeance is yours. Сейчас только это вспомнил. Так, там денежку мы насобирали хотя бы на первый Титан.
planet development. Не хватает очков флота. Stand by for phase. А сколько ему надо про 400 единиц ее? Make ready for phase jump. Матрешкин. Многовато. Флота ему не хватает. Я бы ему в очко сейчас так вставил, чтобы ему всего хватило. Посмотрим, что за кораблик хотя бы. Так, пока начинаем строительство наших силовых баз мобильных. Planet development finished. Insufficient metal. Our backup is joining the fight. Planet development finished. Но экстрактор они не уничтожили, вот что самое интересное. Planet development finished. Intel reports an impending pirate raid. Attacking an empire has become more profitable. Our fleet is under attack. Так что подтормаживает-то так уже? Where do you need me? Хорошо, если бы не лаги, да? Pirate raiders are on the loose. Ahead slow. Planet development finished. Этого, блин, я и боялся. Лагов. How can I be of service? Так, а тебя мы здесь поставим около прямо этого астероида. We're underway. Тут больше нечего особенного ставить. Одна маленькая проблема. Planet development finished. Our fleet is under attack. Planet development finished. Парни отрываются по полной. Титан строится. Титан это будет, короче, база, понятно. Так, рейсы идут. Этот летит. Надеюсь, прилетит. Пока стараемся изучить все относящееся к базе. Это в первую очередь будем делать правительство. Planet development finished. В любом случае.
Research complete. There is no further profit in attacking an empire. We have wiped out an enemy colony. Where do you need me? Ты оставишь базу. A sound plan. Research complete. Speak your mind. Destiny unfolds. Our fleet is under attack. И тюня аж, ух ты. Круто. Our backup is joining the fight. Structure complete. Planet development finished. All power to jump drive. Phase jump complete. Research complete. Planet development finished. Structure complete. We're underway. Понятно, он базу может строить на планете даже. Ой. Этот косяк так и не убрали. Structure complete. Этот баг, слушай, так и не убрали. Вот написано, эти моды в сетевой игре могут участвовать. В сетевой игре я когда-то играл, просто не снимал. А я противника победил именно тем, что просто прилетал, на глуню базы начинал свои ставить. Прямо на его территорию. Охренеть было. Ладно. На этом, в принципе, я серию закончу. Следующую продолжим. Посмотрим, как тут что есть еще. Всем удачи, всем пока.